Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу вам предложить вариант вкусного и легкого ужина. Приготовим окорочка с легким соусом. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Это помогает каналу развиваться. Для приготовления нам понадобится куриные окорочка, натуральный йогурт, луковица, чеснок, сметана, мед, сушеный имбирь, изюм, растительное масло для жарки, соль и перец по вашему вкусу. Начнем готовить. Положим куриные окорочка в глубокую миску. Зальем йогуртом. Используем половину подготовленного йогурта. Посыпем смесью перцев. Посолим. Высыпем немного сушеного имбиря. Добавим мед, а затем все тщательно перемешаем. Закроем крышкой и поставим в холодильник на 3-4 часа. Приготовим соус. Лук очистим и мелко нарежем. Мелко порубим чеснок. Разогреем на сковороде растительное масло и обжарим лук. После этого добавим чеснок и подогреем еще 2 минуты. В миске смешиваем оставшийся йогурт, сметану, жареный лук, а затем измельчаем все блендером. Добавим изюм и перемешиваем. Окорочка вынимаем из маринада, выкладываем на противень и снова заливаем маринадом. Запекаем в духовке до готовности, иногда переворачивая, чтобы они хорошенько пропеклись. Подаем готовые окорочка с рисом или зеленым салатом. Соус можно положить отдельно или сразу полить им окорочка. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте, высказывайте свое мнение, советуйте и задавайте вопросы. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!